После торжественной церемонии главы государств встретились в узком составе. Как правило, именно в таком формате и выделяются важные акценты диалога. Отметив близость двух народов, президент Кыргызстана выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Вот, речь на переговорах шла не только о торговле, где страны уже достигли значительных успехов. Говорили лидеры двух республик и о военно-технической помощи, культурном взаимодействии, а также о том, как дальше вместе эффективно противостоять пандемии. Все подробности у Айгуль Амантаевой. Настрой президентов сегодня был лиричным. То ли весна так повлияла, то ли тепло отношений двух народов. Кыргызский лидер процитировал казахского поэта Молдагалиева. Мен казахпын, кыргыз. Ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қаракөз бір қыз балким бөліп берген егізге туысманым. Токаев же вспомнил строки Абая, который говорил, что ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов. Оно и понятно, общая история, язык и культура. Казахстан и Кыргызстан не просто соседи, а братские народы. И это безусловная истина, которую еще раз повторил глава государства. Мы расцениваем данный шаг как проявление уважения к Казахстану. Ваш визит имеет большое значение. Мы надеемся на то, что он придаст значительный импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Очень благодарен за приглашение. Наши народы всегда были близкими. Мы всегда поддерживаем друг друга, и это очень важно. Я думаю, мы должны укреплять наши исторические узы. Разногласий быть не должно. От лирики сразу к делу. На расширенном заседании главы государства обстоятельно обсудили, как дальше будет развиваться стратегическое союзничество. Речь шла о наращивании торгово-экономического партнерства и тесном взаимодействии в политической, энергетической, культурной, гуманитарной сферах. Да так, чтобы сотрудничеству между странами ничего не мешало. Сегодня делегации подписали сразу 8 документов. В частности, мы готовы укрепить взаимодействие между таможенными и налоговыми органами двух стран, внедрив в их работу цифровые технологии, что также снизит количество барьеров в общей торговле в целях укрепления экспортного потенциала и расширения связей между малым и средним бизнесом. В ближайшее время казахстанская делегация посетит Кыргызстан со специальным визитом. Важным вопросом двусторонней повестки дня является повышение пропускной способности на казахско-кыргызской границе. В ближайшее время откроется модернизированный пограничный пост Кордай. Там обновлено оборудование, построена восьмиполосная автодорога. Удобно будет всем – и пассажирам, и грузоперевозчикам. Крупные соглашения есть и в других отраслях. Ставки делают на приграничные регионы. Детально направление еще обсудят, а о водно-энергетической кооперации можно уже смело говорить. Яркий пример – договоренность по бассейнам рек Шу и Талас. Наше взаимодействие по бассейнам рек Шу и Талас на сегодняшний день является примером для многих стран. У нас действует совместная комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений. Казахстан ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и эксплуатацию этих объектов. За последние 10 лет на эти цели мы выделили более 1 миллиарда тенге. Мы продолжим работу по данному вопросу в двустороннем формате, а также с другими партнерами по региону. По вопросам рек нам необходимо эффективное взаимодействие. Только так мы сможем избежать разногласий. Речь шла и о совместных культурных проектах. Решено провести перекрестные дни культуры Казахстана и Кыргызстана, а еще открыть памятники Абаю в Бишкеке, Манасу и Айтматову в Нур-Султане. Договорились наладить контакты между молодежью. Наша молодежь – наше будущее. В рамках активизации контактов между молодежью я поручаю увеличить квоту для кыргызских студентов в вузы нашей страны в 10 раз и довести количество образовательных грантов до 50. Конечно, это только начало. Помимо этого, предлагаю открыть филиал одного из ведущих вузов Казахстана в Бишкеке. Затронули и ключевые вопросы внешней политики. И Казахстан, и Кыргызстан схожи в позициях по поддержанию стабильности и безопасности в Центральной Азии. Стороны готовы и дальше развивать формат консультативных встреч межрегиональных глав государств. Совместно противостоять готовы страны глобальной угрозе под названием коронавирус. Казахстан подтвердил готовность направить кыргызскому народу очередную партию медизделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи. В первую очередь
в их возвращении из других государств на родину. Выражаю признательность руководству и народу Казахстана за оказанную гуманитарную помощь народу Кыргызстана в виде продовольствия и медицинского оборудования. Превратить двусторонние отношения Казахстана и Кыргызстана в образцовую модель сотрудничества. Вот над чем предлагает работать в ближайшей перспективе Касым-Жомарт Токаев. Сегодняшние переговоры стали иллюстрацией готовности обеих сторон и дальше активно работать во благо своих стран и национальных интересов. И уже очевидно, что новая страница в казахско-кыргызских отношениях уже не за горами. Медлить не стали, в ближайшее время делегация нашего правительства посетит Бишкек. Айгуль Амантаева, Дюсембаев, при содействии телерадиокомплекса президента. Итоги дня.